Итак, поискал я данные Свирина. Мы заканчиваем. Свирин Михаил Васильевич, садовод-испытатель. По праву гордится виноградом. Так, зимой минус 30. Ну, почему я здесь это? Во-первых, я снимаю низко шляпу. Я могу встать на колени, не постесняться, прямо перед экраном. Вот. Дар небес, а он сейчас увеличивается и вышел на уровень рекордсменов моих. Это дар небес. Он меняется. Но все-таки веточку прислал Свирин. Знал ли он, нет, что у него, у его веточки будет такое блестящее будущее. На фотографии выше вы видели, в том числе. Вот, блестящее будущее, что, скажем, поколение вот крупнее и крупнее. И когда оно становится, я не знаю. Я вот за это ему благодарен. Очень благодарен. Но его нет живых. А что написано? Свирин является автором нескольких сортов плодовых культур. Но зарегистрировать их пока не может. В среднем оформление одного сорта 50 тысяч рублей. Ну что? И получил бы, заплатил бы 50 тысяч рублей. Допустим, Латинков, допустим, Боднер, Железов. Что бы мы получили? Бумажки, которые фактически куплены. И отдать 50 тысяч, это значит купить. И ускоренное это оформление. Это кто такое придумал? Зарегистрировать Свири не может. И уже никогда не зарегистрирует. Понятно? На том свете там своя регистрация. Помните, богатый не может это пролезть в рай, как этот самый верблюд в игольное ушко. А почему я еще, меня вот это, когда я прочитал, прям вот это обидно стало. И опять вот эти вот невероятно, ну как сказать, недружелюбные, так самое мягкое слово, дамы, которые делают погоду на крупнейшем сайте, там 1 000 000 с лишним подписчиков. Вот. Вдруг. А у Железова есть хоть один этот в реестре? Вот в этом мире мы живем, вот эта атмосфера. Вот смотрите. Могу я это выдать за колонну? Сейчас выдам. Хе-хе. У меня нет колонны. Железов официально объявляет. На планете нет ни одной колонны абрикоса. В данном случае, ну, знаете, она. Ну как, готово? Все. Я мог бы вам по двойной цене, или Сергея эти самые, и сказать, что косточки с колоновидного абрикоса. Мог бы. Только извините, мне скоро перебираться туда, а там мне все припомнят. Они не боятся. Они ничего не умеют. Вот, кроме если мошенническим путем не купить 1000 саженцев, нарисовать эти же абрикосы, много нарисованных. Вот. Потому что раз настоящих нет, даже мои ветки брали, вот просто вот эти ветки. Вот. И говорили, что это колновидки, только забываю сказать, что это простая абрикос сада Железова. Ну. А теперь этот, смотрим еще раз. Я тогда мельком. Ну, может быть, на этом дерево такое вот. Жалко, что сейчас плоды упадут и на этом все закончится. Знаете, сколько раз я? А, никому не надо, и мне не надо. И плоды не собирал, и даже не подходил, даже плоды не собирал. Не то, что косточки с них, не то, что черенок. Ну, 90% вот таких, одна редко вот такая. Ну, что ты будешь? Я показывал, это все честно, я показывал ведущему телеканала. Но потом оказалось, что Москва не увидит. Значит, все это... Так, между собой, провинциальные эти останешься. Вот. У меня была еще надежда. Я говорю, ребята, останьтесь еще на сутки. Я вас повожу по садам, где мои абрикосы. Это один из таких садов. Я хотел отвезти тут. И Чернобаева, и как этим сам. Договорился бы, может, с сыном Боднера там показать, Жестовскому. Я всегда горжусь такими друзьями. Горжусь невероятно.
Вот. Это мы проходили. А вы знаете, наше время истекло. Корень длиннее столика. Но это мы будем проходить. Просто так обидно, что наше время истекло. Видите? Вот. А какая злоба к этим центральному корню, я ничего понять не могу. А вот это моя ученица. Вот. Нет ли тут чего-то сверхважного, сверхнужного? Сейчас посмотрим. Вот. Арсен, извини, опять не успел твое умное письмо зачитать. Что здесь будет сказано? Помните, я такой же показывал, ну? Канал 1 100 000 подписчиков. Что будет сказано? Ну, вы уж знаете что, да? Внимание, проверяем вашу догадку. Ответ эксперта. Вирусная инспекция. Угробили штамп и придумал вирусную инспекцию. Ладно. Чистить комету, уничтожить то, что принадлежит дереву. Вот. И это эксперт. Опрыскать фитоспорином. И оно оживет? А? Вот это дерево опрысканное оживет? Ни черта нет. И все, я не могу дальше говорить. Это будет проходить. Вот такие вещи будем проходить. Ужас. Ужас. Советы пином попрыскать. Сейчас, ага. Что вы калечили-то? Так, заканчиваем это.